8 лет назад по результатам общенародного референдума Крым и Севастополь воссоединились с Россией. Историческое событие отметили в разных городах. Люберцы не стали исключением. Россия – это родина моя. Россия – это наш орел двухглавый. Школьники и студенты провели танцевальный флешмоб в Центральном парке Люберец. Ребята выступили под песню своего земляка Константина Шевченко, который написал ее специально к этой дате. В этот день особо ощущается такое вот народное единство, прилив патриотизма. И вот молодежь сегодня, как и в предыдущие годы, я надеюсь, еще и в будущие годы, она вот танцем выражает свое такое отношение к тому, что Крым в свое время, в 2014 году, вернулся в родную гавань. Шлем им такой привет в танце энергичный. Всех с праздником и давайте жить в мире. Я, безусловно, поддерживаю выбор крымчан. Это, на самом деле, праздник для всех граждан Российской Федерации, для меня в том числе. Хочу поздравить всех с праздником, пожелать мира, добра и благополучия. 18 марта 2014 года полуостров вернулся в состав России. Это событие изменило не только саму республику, но и всю нашу страну. За 8 лет на полуострове построили новые дороги, школы, детские сады, больницы, аэропорт и, конечно, Крымский мост. Крым – это Россия! Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.